Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите кулинарную передачу «Наша кухня» на телеканале «Архыз-24» и с вами я, ведущая Олеся Стародуб. Сегодня у нас в гостях народная артистка Карачаево-Черкесской республики Марина Соболева. Доброе утро! Доброе утро! Мариночка, рада знакомству, рада приветствовать здесь, в нашей студии. Светлое, уютное, сейчас будет еще и очень вкусно пахнуть. Мы сможем сегодня угостить чем-то вкусным, и вот мне кажется, что сегодня будем готовить что-то полезное, потому что много овощей на столе, мясо и тут же яйца и молочные продукты. В общем, ничего такого, что могло бы принести вред здоровью или фигуре. И жареного, кстати, тоже не будет, разве что печеное. Поэтому в духовке будем приготавливать пищу. Думаю, что зрителям понравится этот рецепт, который я иногда использую, когда очень тороплюсь и когда гости должны прийти. Он выглядит очень приятно и пахнет замечательно. И сразу аппетит появляется у всех, даже у кого не было. То есть гости, заходя в подъезд, уже начинают понимать, что им крупно повезло, да? Да, только бывают такие гости, которые неожиданно являются. И поэтому ингредиенты все те, которые обычно бывают в холодильнике у каждой хозяйки. Сейчас как раз сезон овощей, и вот как раз такие кабачки, помидоры и огурцы, ну, зелень, само собой, совершенно не проблема достать, свежие, в прекрасном виде. Вот, мясо сегодня у нас говяжье. Да, говяжье мясо, на самом деле, это не обязательно, потому что то, что в холодильнике имеется, все можно использовать. Куриный фарш или свино-куриный и говяжий. Там бывает на котлеты, когда заранее индейка. Готовишь. И индейка обязательно. Кстати, индейка очень вкусно гармонирует там с разными дополнительными. Я, например, индейку с тыквой очень люблю. Не пробовала никогда. Да? Ой, такие вкусные котлеты получаются. Но сегодня мы это не будем делать. Это в следующий раз. Да, в следующий раз, потому что многие очень говядину любят, вот я поэтому решила ее использовать. Классика, да. Вот будем так начинать. То, что у нас имеются кабачки, я предполагаю, что их будет многовато, и мы всего один используем, потому что я увидела вот это по размеру, куда мы будем все складывать, и это будет превышать. Поэтому мы начнем наше, как бы, первое и второе одновременно блюдо. Можно завтрак использовать, обед, полдник и ужин. Ну, вот это очень как удобно. Вот очень удобно, да. Мне нравится. Один раз приготовил и весь день ешь. Можно два дня растянуть, если против, взять побольше. Да, получается, вместо первого блюда, вместо второго все будет хорошо. Поэтому мы сейчас берем один кабачок. Я думаю, что возьмем побольше. Хотя, не знаю, наверное, лучше поменьше, потому что очень низкая у вас. Я привыкла готовить много, поэтому, но все равно самый маленький кабачок взяла. Теперь его следует натереть на терке. Я вот вижу, что у вас вот здесь терка слева, возьму, да? Можно чувствовать себя как дома, как на своей кухне. Поэтому, смотрите, вот я люблю натирать на ровном, потому что очень удобно. Это будет из-за того, что рука ничего не мешается. То есть я до конца могу этим движением руки. Но мы не очищаем шкурку. Мы не очищаем. Мы просто вот это местечко убрали. И причем, обратите внимание, я экономна, потому что наши продукты я очень уважаю, люблю, особенно в Карачаево-Черкесии, где я сейчас в Москве нахожусь. Там очень трудно хороший продукт купить. Я просто вам завидую, что вы здесь находитесь. И вы можете пойти на рынок, домашнюю сметану, творог, там молоко домашнее, ну, сливки домашние. Боже мой, как я даже хотела сегодня это использовать, но это будет чрезвычайно калорийная пища. Непривычно. Непривычно, ну, может быть, для кого-то. Особенно для меня. Но здесь я, когда нахожусь, я вообще за фигурой стараюсь не следить, потому что где я еще такие продукты поем? Вот, в общем, начинаем мы с кабачков. Да. Почему для с кабачков, я вам объясню. Вот мы натираем его, в принципе, полностью. Потом он у нас течет, и мы добавим его в яйца. То есть мы убираем лишнюю жидкость.
Да. И вот мякоть кабачков будем использовать для... Можно ли назвать это блюдо запеканкой? Или это какое-то... Называйте тогда чудо-запеканка. Чудо-запеканка сегодня в нашей студии, да, в нашем овощная. Выпуске. Я думаю, что этого достаточно, угу. Потому что не поместится по-другому. Теперь я перебазирую это вот в эту посудину, где будет стекать. Потом мы отожмем и добавим яйца. Ага. Вот так вот аккуратненько, да, переправляем. Так мастерски. Так, вот так вот. Обычно так приходится. Легким движением руки. Брюки и даже, посмотрите, может быть грубовато, некрасиво. Но достаточно вот так... крупно мы, да? Крупно. Угу. А если мы мелко натрем, то получается здесь ничего не останется. Получится жижа. Это же продукт такой нежненький. Угу. Вообще обычно как всегда кабачок... как-то тушите или что-то делаете. Я, например, свежим часто кушаю. Угу. Да, его можно свежим. Да, есть. Можно, но не все это... Салаты добавляют. Как бы... Вот это. Вообще многие недооценивают кабачок и считают, что кабачок можно только порезать на кружочки, пожарить и намазать майонезом. Пожарить это вредно, правильно? Да, вот сегодня мы покажем еще один вариант блюда с кабачком. Да-да. Оставляем в сторонку, да, пока? Да, пока в сторонку. Сейчас нам необходимо посудину эту смазать маслом. А вот слева? Слева. Уже подготовь. Ой, спасибо вам огромное. Есть вот такая кисточка. С такими помощниками здесь и делать нечего. В тон к помидорам. Да. Вот мы смажем сейчас, для того, чтобы не пригорало. И самое главное, не на сухую был продукт. В принципе, не очень калорийно на самом деле. Мы постараемся так сделать, чтобы... Вот сейчас все мы обмазали маслицем. Если это керамическая или стеклянная посуда, на самом деле, посуда, знаете, можно... если честно, я вот так вот делаю. Ага. Потому что ровная поверхность, она способствует тому, чтобы ускорить своими вот этими движениями. Вот, вот. И тогда будет все в порядке. Смотрите, быстро. Да. Может быть, не так красиво это все выглядело, но зато очень легко. Угу. Потом мы... режем, чистим сначала. Можете помочь чистим мне? Чистим картошечку. Картошечку. Вот чисто могу, да, я на себя взять картошку. Да, я знаю, что вы все можете. Куда это отходы производства? Можно прямо на доску, и потом хорошо. Мы все уберем. Картошку подготовим. Я так полагаю, что картофель будет первым слоем. На дно. Да. Положим, потому что он гармонирует с маслом. И потом, дорогие зрители, вы увидите, что будет происходить. Вот картофель достаточно такой клейкий, и мне кажется, что всю влагу, которую будет отдавать кабачок, картофель как раз-таки удержит в блюде. Правильно. Вот. Да. Все не просто так у нас, да? Не просто так картофель, не совершенно не случайный набор продуктов. Здесь все продумано и проверено много раз. Обычно вот я более маленьким ножом. Угу, непривычно. Ага. Но у меня просто специальные ножи, которые... которыми просто привыкла работать. Некоторые к нам приходят со своими ножами. Да? Даже так бывает. Да ладно. А вдруг вы в гостях окажетесь? Профессионалам не мешают чужие ножи, правда же? Вот мы нарезаем не так уж тоненько, в принципе. Это будет у нас основа в нашем блюде. Мы с вами уже говорим вместе. Обратили внимание? Да. А под конец передачи мы запоем вместе. Запросто. И вот такой вот, вот, в принципе, вот так вот, чтобы нам хватило уложить. Угу. Подвину. Да, это, чтобы все сюдно было устелено. Потому что потом мы будем разбивать яйца. В яйца отжатый кабачок. Марина, ты готовишь большими порциями, семья большая. Гостей много. Гостей много, ага. В общем-то... Не обязательно выходить замуж, чтобы много готовить. Ну, я замужем. Ну, это так, хозяйкам. Муж у меня очень такой замечательный человек, он воспринимает гостей потрясающе. Кстати, в гостях у меня в основном мужчины. Поэтому приходится много готовить, теперь все понятно. Неудобно, да, там общий язык находится быстренько между мужчинами. И мужу не скучно, всем хорошо, они в основном по делу приходят. Там что-то запись какой-нибудь песни или это все прикрытие приходят ради еды вкусной. Ну, кстати, да, бывает такое. Некоторые есть такие. Так я так рада, чтобы накормить. Даже часть женщины, когда ты кормишь, даже если ты не ешь, у меня ощущение, что я насытилась.
так что или когда обмен энергии. Обратили внимание, когда ребенка кормишь, своего ребенка, ты не поел, а он наелся, и у тебя ощущение сытости, что все в порядке. Особенно когда кормишь 2 часа подряд. Ну, это где? Это у нас так дома с дочерью. А, да, и наконец-то она поела, да? Да. Ну, а теперь нам остается взбить яйца, перемешать. Сколько яиц? И соединить. Это вот мы уже отжали кабачки. Просто ручками? Я предполагаю, что 3 яйца достаточно для этого блюда. Сюда будем, да? Да, я могу вот так прям сделать. И я тоже могу. Итак, а другой вариант вот так. Вот, давайте да, развлечемся. Надо же увлекательно это все делать, самое главное, да. Приятно. И уберем. Да, венчиком. Венчик. Где-то здесь был. Вот здесь вот венчик. Посолить, поберчить. Я да могу, обычно, да, я могу. Ребят, взбить. Самое простое. Яичница, омлет. Вот, посолили. Поперчили. Мы ни молока, ничего не добавляем, обратите внимание. Потому что все очень просто. Все, да? Достаточно. И нет калорийности. И да. Теперь мы добавляем вот кабачок. Это теперь сюда. Потому что кабачок уже без жидкости. Чтобы кисель не получилось, мы отжали кабачок. Теперь надо нам его перемешать, залить сюда и поставить в духовку на 180 градусов. Минут 15, я думаю, достаточно будет для такого количества кабачков. Духовка у нас уже горячая. Да, она уже разогрета, она уже дожидается. Угу. Выкладывай. Все. Просто легко заливаем. Картошечку мы все любим. При да. Петре Первом только, кстати, начали любить. Петр Согласна. Первый вел это новшество, когда люди многие сопротивлялись тому, чтобы кушать эту картошечку. А теперь попробуй какое-нибудь блюдо без нее, так драгоценное. Конечно. Спасибо, Петр Первый. Ну вот, кстати, по поводу картошки. Можно ли использовать в сыром виде картошку? Или она не приготовится? Да, можно, если натереть. Точно так же, как кабачок? Да, да. И тогда тоже как раз вот, ну 20 минут, угу. Тогда оно запечется. Вот. Да, если просто времени, ребят, нет, то, пожалуйста. Самое главное, никогда не комплексуйте. Если у вас чего-то даже в холодильнике не хватает, по-другому делайте. Не было бы картошки, можно было бы обойтись одними кабачками. Или наоборот, на 180 градусов так, 180 поставить градусов. Минут 15 и готово. Но потом будет продолжение. Выставляю таймер на 15 минут, и тем временем мы продолжаем готовить нашу чудо-запеканку. Да. Фарш говяжий, фарш. Лук репчатый, морковь обычная, оранжевая. Вот тут уже все очень просто. Да, мы да, уже да. Очистили овощи, у нас вот морковка, спасибо, что вы подготовили. И чесночок, кстати. Вообще проблем нет, а? Да, да. Это вы, все. Хозяечка, между прочим, Олеся. Я же ждала гостей. Мы вот. То на ты, то на вы, но ничего да, страшного, я да. думаю. Итак, чеснок мы будем использовать или нет? Конечно, для фарша тоже, но да? если у нас кабачки, это неотъемлемая часть. Хорошо. Причем мы... можно было еще и вот это доложить, но мы сейчас вот доложим, когда будем туда все укладывать. По классике жанра мы обжариваем лук, лук затем конечно же, добавляем морковь, морковь, затем добавляем да, фарш. Иначе лук у нас, естественно, не поджарится, если мы по-другому лучок будем. Помельче, да, нарезаю? Не обязательно. Не обязательно. Да, вот здесь вот проблем-то нет. Я даже, бывает, крупно, зато вкусно. Угу. Некоторые вот просто не я любят. Я лук. Могу очень мелко резать лук, но ни к чему. Тем более, когда торопишься, и гости тебя уже ждут. Кстати, у меня был самый страшный сон в моей жизни. Это такой. Я значит, жду гостей. Угу. Приходят гости, а у меня кухня находится несколько километров от гостей. Я туда-сюда бегаю, значит, ингредиенты там, где гости, посуда там, где гости, и я должна на кухню побежать, все отнести, там приготовить, потом принести сервировку стола. И я просыпаюсь от страха, что я же не накормила до сих пор гостей, они уже несколько часов ждут, когда я 3 километра туда и обратно. Вот это самый мой страшный сон. И самое интересное, что он несколько раз уже у меня повторялся.
Но я не думаю, что к вашей передаче, потому что это было давно, но я просто вспомнила. Нет, итак, здесь все рядом. Пока мы это все режем, уже, по идее, сковородка должна была у нас нагреваться но с маслом. Мы ее, да, мы ее не включили. Давайте разберемся, как вот так, у вас тут включаем конфорку. Та, которая ближе к нашим операторам, чтобы они все показывали. Хорошо. Нашим телезрителям, чтобы. Так, я опять-таки рафинированное масло, да, добавляю, стараюсь немного, ребят, потому что. Не на сливочном масле. Сливочное масло чуть-чуть потом добавим, потому что оно пригорает. И поэтому мы пока так. Как поступаем с морковкой? С морковкой мы просто ее режем мелко. Точно так же. Да. Соломочкой. Соломочкой. На самом деле не принципиально это все приготовится потом. Я вот таким вот способом так готовлю. Вы любите? Да. А обычно нет. Самое главное, как умеешь, так и делаешь. Да. И не комплексовать в том, что ты готовишь. А то некоторые, ой, как порезать салат вот так. Ой, да, ребята. Самое главное, чтобы вкусные ингредиенты были. Да. Главное уверенность в себе, правда? Даже если картошка не доготовилась. И люди, чтобы хорошие тебе встретились. Вот. Понимаешь, а то скажу. Хорошо подмечено. Есть такие чевальливые. Ой, недосолено. У меня вообще в моей практике даже такой был, что горячие. Ну, подуй. Вот. Сейчас, значит, я хорошо вот так вот однородная. Теперь только лук, потому лук, что да, иначе не поджарится, сами знаем. Лучок, да. Вот. Зачем Марина говорит, когда я сама знаю, правильно? Вот. Дождемся. Лопаточка, да? Мы дождемся, когда поджарится. И затем только морковь. Да. И уже в заключение фарш добавим. И вот когда уже почти изготовилось, мы добавим масло сливочное. Потому что для аромата, для вкуса. Именно, да, для вкуса. Для сливочного. Говядине обычно вот обязательно масло, когда добавляешь, вкусовые качества совершенно другие. Получается, у меня мама сочный на маслосырзаводе работала дегустатором. Но она еще была экспертом молочной промышленности по Ставропольскому краю. И вот она меня научила вообще разбираться вот именно в этих молочных продуктах. Кисломолочных, все это знаю. Поэтому, если я на рынок иду, то мастера, которые могут подделать, они должны бояться на самом деле. Вот так. А у нас есть, из сухих продуктов готовят. Но в Москве. Опять-таки повторюсь, что я приезжаю сюда, вот я с удовольствием иду на наш рынок в Черкесске. И, кстати, и есть мне из Зеленчука тоже привозят прям домой именно сливки, даже не сметану, я люблю вот сладкое. Вот. И как только вот оно, жиденькие сливки, с таким удовольствием, я прямо каю хлебом. Да ладно, поправимся так поправимся, потом похудеем, если надо. Подумаем об этом завтра. Да, потому что там я уже такого не поем. Марин, ты родом отсюда. Да, я родилась в Черкесске. И так получилось, что пришлось переехать в Москву. Там работа, да, семья. Сейчас, жизнь. Да. А когда я поехала, я вот уже на другой передаче говорила, что так получилось, я по любви поехала. Здесь у меня было замечательно все в Черкесске, никто меня не травмировал, а наоборот, я прекрасно жила. Радость была неописуемая. Все, у меня родители здесь, все, дочка у меня здесь. Мужа не было, а любви не хватало. Поехала. Но так случилось, что там не удалось. Как бы мужчина не очень порядочно себя поступил, в общем, разошлись. Ну, я осталась. Ну, скучаю, конечно, я по Карачаево-Черкесии, поэтому я приезжаю. И довольно-таки часто, и концерты же я давала. Сначала, когда я уехала, я была заслуженной артисткой в 2000 году. Потом я уехала в 2004. Там Новый год отметила, и можно сказать, с 2005 года я там начала жить. Вот вы считаете, сколько я уже там нахожусь. Ну, я не считаю себя москвичкой, потому что я считаю, что здесь моя малая родина, там большая родина. Ну, теперь фарш. Время подошло, чтобы фарш сюда. Ну, не хватает масла, как бы, да? Теперь уже можно сливочное. Сливочное. Оно у нас как раз подтаяло. Да-да-да, здорово. Как все замечательно в нашей жизни складывается.
Марин, но карьера артистки сложилась в Москве или же все начиналось здесь? Ну, конечно же, я здесь. Если я уже здесь была заслуженной артисткой Карачаева-Черкесии, я же после музыкального училища стала солисткой филармонии, поработала немножко, в смысле немножко, это множко было. Это 14... Ну, очень долго, в общем, я работала. Потом я уезжала, я в Москве была, в Москонцерте работала. Там мне не особо понравилось из-за того, что зарплата была маленькая в Москонцерте. Ну, если честно. Ну, все так, казалось бы, вы думаете, что? Если в Москонцерте работаешь, так что там замечательно. Да, мы поездили, все. А я же на квартире жила, попробуй. И на квартире жить, и оплачивать это все. Вернулась я в Карачаево-Черкесию, потому что здесь более радужно все было. И за родителями скучала, и у меня же тогда дочь была. Я не могла ее бросить. Вернулась тогда. И также продолжала с солисткой филармонии быть. Потом на некоторое время я уезжала с солисткой в Краснодарской филармонии. Работала с оркестром. Ну, там тоже, я вам скажу, да, артистам везет с хорошими зарплатами. Сейчас прям вспоминаю фильм «В джазе только девушки», вот эти переезды, концерты. Угу. Вот почему-то я сейчас тебя представила так же, да? В платье, в вагоне. Ну и вот это получилось так, что потом я опять вернулась в Черкесск, потом любовь уехала в Москву. Там продолжала работать с концертами сольными, разнообразные песни, все время записи. 8 альбомов в итоге выпустила. И сейчас уже альбомы-то не актуальны. Сейчас же все в интернет надо. Вот песни, записала песню в интернет, выложила. Вот теперь таким образом. То, что альбомов теперь как бы нет, но песни есть. И постоянно увеличиваются... И больше разнообразия вносится. Меня знают здесь, в Карачаево-Черкесии, как исполнителя эстрадного, попсового, ну, народного, кстати. А пандемия мне тоже помогла, потому что я дома находилась, и мне захотелось заниматься академическим пением. Теперь я пою еще и в академической классической манере. Сейчас, конечно, не настроена. Прекрасная ария под не вот то это сопровождение музыкальное из сковородки. Да. Великолепно. Ну вот не могу сказать, что пандемия – это хорошо, но вот все-таки позитивные плоды она периодически приносит. Конечно. Я, кстати, тоже переболела ковидом, теперь со мной не страшно ходиться. Это еще не показатель. На самом деле нужно беречь себя, конечно же. И вот лучше находиться дома, заниматься вокалом, готовить вкусную еду, угощать гостей. И не болеть никакими заболеваниями. Да? Я даже когда за столом сидим, тосты там говорим, пить я очень-очень редко, но зато рюмочку или даже просто кружку поднять, чокнуться и что-нибудь такое приятное произнести, чтобы настроение поднялось. Да? В принципе, оно у меня всегда хорошее, но так бывает. И... О, кстати, у нас дожаривается. Я люблю произносить здоровье, но часто в последнее время говорю «хорошее настроение». Потому что от хорошего настроения очень зависит здоровье, да? Да. Ну, а, к сожалению, не всегда бывает здоровье гармонирует с счастьем. Поэтому я говорю «счастье». А в счастье заключается уже все.
можно много не говорить. Поэтому мы поднимаем и говорим так, за хорошее настроение и счастье. Вот, отлично. Да. И вот уже практически приготовилась. Но фарш должен протушиться. Да. Пока у нас там блюдо, давайте посмотрим, может быть, уже... Практически готово. Готово? Да. Замечательно. Сейчас могу показать тебе, что у нас получается. Вот такая вот симпатичная зелененькая запеканочка. А давайте мы попробуем вилочкой, не думая, что... Да, давайте уже ограничимся этим. Так. Раз у нас уже готовое блюдо. Кстати, я его чуть-чуть не посолила. Добавляем соль, перец. Ингредиенты, ребят, всегда пользуйтесь тем, что вам нравится. Я в основном добавляю соль и перец. И взяла карри. А вот это карри. А давайте карри сегодня тоже положим. Ну можно, почему бы и нет. Кстати, кабачок с карри очень здорово сочетается. И вот здесь еще чеснок. И не бойтесь передозировать, потому что специи можно побольше положить. Хотя те, которые вам не очень нравятся, лучше не надо. Красный перчик добавим. И вот черный перчик. Черный, наконец-то до него добралась. Это классика жанра. Можно даже свежемолотый. Так, еще его ароматнее. Тоже не бойтесь переборщить, потому что когда он обжаривается, сильного там резкой горечи нет. И вот сразу чувствуешь, аромат поменялся. Чеснок, карри. Да, то, что чесночок хорошо не раньше положили, потому что иначе не будет... аромата душистого. Да. Все-таки я хотела бы попробовать. Вот даже вилочкой можно. Достаточно ли готово мясо, потому что сырое кто хочет. Понятно, что оно дойдет. Но говядина обычно дольше готовится. Угу. Мы все знаем, да? Но вкусненько уже. Да. Я добавила бы чуть-чуть. Еще соли. Хотя... многие вообще практически не солят. Марин, мы в кабачок добавляли соль? Да. Да. В яйцо не добавляли? Теперь... Или в яйцо добавляли? Или вот в ту кисю-мисю мы добавляли соль? Я вот просто не помню. Мы во всю добавляли. А, нет, в картошку мы нет, не добавляли, потому что мы же посолили яйцо с кабачком. Достаточно? Ага. Все. Я просто не помню этот момент, он у меня как-то вылетел из головы. Угу. Теперь смотрите, можно даже прям кипящие, да. Чтобы все быстренько, чтобы мы их накормили, наших ребяточек. Сок. И сок. Сока. Не будем же мы его выливать. Конечно. Или ждать, когда это все куда-то денется, испарится. Нет. Помните, я сказала, первое, второе, все можно сочетать. Отставляем сковородочку. Конечно же, равняем, чтобы красиво было. И у нас еще есть, как вы обратили внимание, один на столе ингредиент. Сыр. Многие любят сырок. Ну вот да, любая запеканка, особенно чудо-запеканка, мне кажется, требует сырные корочки, такой очень аппетитный. Да. Она же сохранит, мне кажется, тот сок, который мы добавили туда вместе с мясом, да? Угу. И сыр, я думаю, что было бы правильнее отправить уже в самом конце. Или сейчас? Сейчас уже прямо конец, сейчас. Потому что у нас все уже готово. Тогда что мы делаем? Мы просто сыр на терке. Кстати, Марин, на мелкой, наверное, да? Пармезан сегодня у нас. Да, давайте на крупной. Зачем мучиться? Окей. На крупной даже лучше. Да. Меньше. Сыр никогда не помешает. Причем некоторые говорят, ой, надо пармезаном. Да ничего не надо вот конкретизировать. То, что есть под рукой... Кстати, я домашний люблю, опять повторюсь, сыр. Тоже можно было бы домашним. Угу. Вот. Сыр натерли? Сырок у нас есть, его никогда не бывает много. Вот все обычно любят этот сыр. У пармезана есть еще и такой свой аромат особенный. Вот посмотрите, я сейчас добавлю в это блюдо, обратите внимание, не свежее будет, как бы, так, как обычно. Зелень ты хочешь добавить зелень сразу? Зелень тоже сразу добавлю. Пусть она немножко сок даст. Да. Марин, вот несмотря на то, что проживаешь ты в Москве, но представляешь ты все равно нашу республику, свою родину. И конечно. Вот хочется поподробнее, что ты рассказала, да, о мероприятиях таких значимых очень. Я, допустим, часто раньше выступала
Дом дружбы народов на ВДНХ. Да. У меня сольные концерты там шли. На меня обратили внимание. Стали приглашать в Лужники. Есть такой концертный зал в Лужниках. Тоже именно как народный артист Карачаево-Черкесии. Песни же у меня разные. Про нашу Карачаево-Черкесию, кстати, у меня есть песня, так и называется, Карачаево-Черкесия. Еще одну готовлю. Да, Борис Би Джамбаев написал. Вот есть замечательная песня «Я говорю тебе салам, моя судьба, моя Россия». И послушайте, какие слова. Есть слово доброе «салам», его несем из колыбели, всегда оно приходит к нам, как песня ветра и капели, скользит рассветом по горам, и чудом в мире нет красивей. Я говорю тебе, салам, моя судьба, моя Россия. Я говорю тебе, салам, моя судьба, моя Россия. Красота очень патриотична. Очень. Ну, вот эту песню очень любят, на самом деле, там, в Москве. Я сейчас высоковато, правда, аккомпанемент, взяла. Это вообще, наверное, да, красота. Да, когда аккомпанемент, там, фонограмму включаешь, легче. Чувствуешь того, себя увереннее. Именно та тональность, которую ты воспринимаешь. Или обязательно надо на ноту нажать. Уже в нужной тональности запоешь. Вот и первую песню я спела не в той тональности, которая мне необходима. Вот. Голос совершенно по-другому звучит. Чем хороша наша передача, наша студия? Здесь нет никаких аккомпанементов, здесь нет никаких фонограмм. И здесь все по-настоящему. Еда настоящая, голос настоящий, человек настоящий. Согласись, прекрасная еда, прекрасный голос, прекрасные гости в нашей студии. Мы выложили сыр на фарш. Далее приправили немножко. Нам надо, чтобы он расплавился. Да, все ингредиенты готовы, буквально 3-5 минут. Вот. Мы будем уже доставать, а за это время мы приготовим весенний-летний напиток. Назовем его смузи. Смузи. Причем он будет состоять из ингредиентов для салата. Дети очень часто любят после салата жидкость такую, которая остается. Там, допустим, маслице или со сметаной, неважно, какое масло, кто какое любит, оливковое, может быть, да, горчичное, например, я очень люблю. Поэтому сегодня мы со сметаной будем делать такой напиток. Для смузи нам потребуется блендер. Блендер у нас вот здесь вот уже есть, подготовленный. Мы возьмем еще и такой вот стакан высокий. Супер! Да. И вот сюда начнем поэтапно отправлять овощи. Все ингредиенты. Начинать первый надо укроп. С зелени. Да, укропчик. Чтобы легче это все у нас мелко измельчилось, потому что очень-очень мелко. Это напиток. Палочки берем. Вот сюда. Все. Легким движением руки. Да. Значит, придется это сначала перемолоть, да? И потом можно. Потом мы будем уже добавлять огурчики, и тоже надо огурцы почистить. Вот, предлагаю воспользоваться такой штукой волшебной. О. Тоже вот. Это как реклама. Да. Вот. Кто изготовитель этой? Точно легким движением руки. Не знаю. Такая прелесть, ребята. Да. Мне нравится. Мы очищаем огурец, кстати, по поводу помидоров. Если где-то что-то не очистилось, не переживайте. Будьте проще. Да, все на пользу. Потому что тоже есть. Это тоже какая-то, да, польза. Что мы делаем с помидорами? Мы их бланшируем? Мы их должны обязательно почистить, потому что, чтобы шкорок не было. Да. Поэтому я занимаюсь как раз помидорами. Я возьму поглубже тарелку. Да. Возьму кипяток. Правильно обдать, чтобы шкорочку легко можно было снять. Да. И вот буквально несколько минут подержим в горячей воде, сделаю вот такие вот отрезики крест-накрест. Да, чтоб легче. Булька. Все-то вы знаете. Конечно. Как же хорошо с вами. Надо, в общем, приходите ко мне в гости. С удовольствием. Будем готовить, гостей встречать. У меня сейчас столько гостей должно быть. И вот я очищаю. Смотри, как хорошо уже отходит. Угу. Здорово. Убираем кожуру
просто отправляем в блендер. Да, лишь бы справился блендер. На него вся надежда. Да что будет, то будет, на самом деле, все переживать-то. Такие ингредиенты можно просто ложкой покушать. Можно просто съесть отдельно огурцы, помидоры. Самое главное, свободно к этому относиться. Вот единственное, что помидоры должны быть, конечно, более мясистые и сочные. Потому что водички-то должно быть как бы побольше. То есть выбираем, так, да, все-таки хотели. Помидоры. Да, а вот это недостаточно. Ну, можно, в принципе, добавить водички немножко кипяченой, естественно. Ага. Ну, вот сегодня мы посмотрим, да, как у нас будет получаться. Если нам захочется добавить, мы добавим немножко, у нас есть на столе. Режем по-разному, как вот душе угодно. Самое главное, не зацикливаться. Вообще это творчество. Это творчество. Каждый раз можно по-разному готовить. И экспериментировать. Да. Правильно. Получается супер. Отлично. Я думаю, что можно добавить сметану, да? И да, затем вот продолжим взбивать. Угу. Сколько сметаны? Ну, если любите много сметаны, значит много сметаны. Можно вот эту всю сметану. Остальное что, куда? В холодильник? Да. Я обычно все... Лучше тогда все использовать. Да. Да. Будет очень вкусно. А можно использовать домашний айран? И айран, например, и мацони, что у вас там, кефир любите, с кефиром. Но мне больше нравится вот с этой сметаны. Домашнюю сметану, сливки использую. Еще могу добавить немножечко какого-то масла, оливкового, угу, горчичного, подсолнечного запаха. И можем разливать, да, в стаканы этот вкусный напиток. Ну, обычно помидор больше кладется. Ну, у нас, а у нас сегодня мало, больше огурцов получилось. Да. Ну, поверьте мне, это будет точно так же вкусно, витаминизировано. Теперь наше блюдо вот мы достаем. Достаем из духовки. Да, я надеюсь, что курочка уже есть. Великолепная корочка. Да. Да. И пахнет чесночком и зеленью. Ну, здорово. Вот такое блюдо получилось. Конечно, мы, может быть, много разговаривали, и показалось вам, что это долго. На самом деле, это блюдо можно за полчаса быстренько сделать, даже два блюда, скажем так. Да. Это вместо салата. Для запеканки потребуется 1 кабачок, 2 картофелины, 3 куриных яйца, фарш говядины 400 граммов, масло сливочное 50 граммов, подсолнечное масло 2 столовые ложки, лук и морковь по 1 штуке, 2 зубчика чеснока, зелень по вкусу, сыр твердый 100 граммов, соль, перец по вкусу. Для смузи потребуется 2 огурца и 2 помидора, зелень по вкусу, сметана 200 граммов, соль по вкусу. Пробуем? Пробуем. Приборы. Так. Держи. И начинаем как раз с запеканки. Здесь у нас картошечка. Я-то пробовала всегда, я знаю, что... А вот мне интересно ваше. Так, пробуем. Это блюдо, на самом деле, можно и это, так просто вилкой. И не жирное, самое главное, угу, потому что говядина. Кто, может, хочет похудеть, это тоже очень даже приемлемое блюдо. Кабачок здесь действительно очень уместен. А, на самом деле, очень часто готовлю котлеты с добавлением именно кабачка, потому что так котлеты становятся более сочные. А, некоторые добавляют картофель или размоченный хлеб в молоке, а вот я добавляю цукини или кабачок. И вот здесь, в запеканке, кабачок играет ту же самую ключевую роль. Запеканка становится очень сочная, ароматная, и картофель такой, он не сухой, да, не такой вот не твердый получается. Фарш при этом тоже твердый.
мы его, кстати, сильно не зажаривали. Да. И мы добавляли нежные специи. Да. Да, и вот очень как-то все это гармонично сочетается, ничего у нас здесь не выступает на первый план. Все как-то очень дружно и очень вкусно. Мне понравилось. Кстати, пармезан действительно, он дал нам еще немножечко такой вот приятный аромат вместе с зеленью. Может быть, даже здесь была бы уместна и кинза, которую многие любят, кстати. Я знаю, что ты тоже любишь кинзу. Да. И вот можно было бы тоже добавить. Но мне кажется, что здесь все прекрасно. Достаточно, да. Да, да. Можно пробовать уже и напиток. Давай, попробуем. Я рада, что понравилось, потому что я-то уже пробовала, и ты правильно все описала. Вот, значит, я не обманываю. Ну что, как ты говоришь, за счастье, за радость. За хорошее настроение, да, чтобы все были счастливы. Я лето подарю и рассвет тебе, родной, тебе одному. И солнечный пусть падает свет тебе, родной, тебе одному. Я лето подарю и закат тебе, родной, тебе одному. А волны все шумят и шумят тебе, родной, тебе одному. Замечательно. За эти прекрасные слова мы поднимаем бокал с этим. За любовь. Да. Чтобы у каждого из вас, ребята, мужчины, женщины, дети, была любовь какая-то, чтобы вы любили и вас любили. Тогда все будет благополучно в нашей жизни. Для этого мы и живем. Превосходно. Я очень благодарна, что ты сегодня нашла время для того, чтобы прийти, пообщаться, приготовить. Желаю тебе творческих успехов, крепкого здоровья твоей семье и, конечно же, до новых встреч здесь, а может быть, за пределами нашей студии. Ну, вот слушаю вас, я вообще уже не хочу уезжать. Но там меня ждут тоже. Ну что ж, дорогие друзья, с вами я также прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго и до.